Дорогие друзья, перед тем, как мы начнем, я бы хотел вам рассказать про новогодний конкурс, который сейчас проходит в паблике магазина CarsDealer. Если хотите выиграть крутые призы, вам нужно вступить в группу ВКонтакте магазина CarsDealer, сделать репост записи и выложить фото на новогоднюю тематику в комментариях. Подобные конкурсы регулярно проходят в группе, и если вы хотите попытать удачу, не затягивайте и участвуйте. Также, если вам нужны крутые колоды для CarsDealer и фокусов, в магазине очень большой ассортимент, который не оставит вас равнодушным. Вас порадуют низкие цены и быстрая и дешевая доставка. Ссылки на магазин и группу ВКонтакте я оставлю в описании. И со всеми подробностями конкурса вы можете ознакомиться там. Вы знаете, друзья, на протяжении многих лет существования канала я очень часто получаю один и тот же вопрос. И звучит он так. Сколько лет ты занимаешься CarsDealer? Как ты начинал? И какие советы можешь дать новичку? В этом видео я вам покажу и расскажу про свой долгий путь и попутно отвечу на вопросы выше. Заниматься CarsDealer и картами в целом я начал в 2013 году. Увидев фильм «Иллюзия обмана», я вдохновился главным героем Дэниелом Атласом, который крутил в начале карты. Как позже выяснится, это был Дэн Бак. Увидев то, как плавно танцуют стопки друг с другом, я пошел в магазин и купил свою первую колоду за 15 рублей. Первые несколько дней знакомства с таким непонятным для меня искусством, как CarsDealer, я провел в интернете, пытаясь найти хоть какую-то информацию, которая поможет мне. Разобравшись с такими словами, как CarsDealer и Flourish, я начал искать все движения, которые делал Дэн Бак в «Иллюзии обмана». И хотите удивляйтесь, хотите нет, но начал я именно с Пандоры, так как именно она повлияла на меня больше всего. Помучившись несколько дней, я понял, что у меня никогда не получится, и я забросил это дело. Но талика мотивации все еще была, и я решил заняться фокусами. Выучив пару десятков фокусов за несколько месяцев, в один день я решил опять вернуться к CarsDealer. И это уже был 2014 год, но на этот раз я был более настойчив и смышлен. Я начал с азов и выучил такие флориши, как рифл шаффл, веер большим пальцем, а также пружину. Попутно я взялся за воль Шарлия и простые трехстопочные флориши для новичков. Ни о каких даже молекулах и речи не было. Весь 2014 год я провел за изучением базовых вещей, и овладев ими, я пошел дальше. Начался 2015 год, и я взялся за более сложные флориши, такие как Revolution Cut и молекулы. Попутно я пытался учить Пандору, которая у меня практически не получалась. С молекулами и Revolution Cut у меня также не задалось. Я их делал криво и неправильно. Весь 2015 год для меня был одним из самых сложных, и кроме небольших флоришей, таких как пируэт и несколько простых трехстопочных катов, я ничего не выучил. Однако, под конец 2015-го я все-таки научился делать первую фазу Пандоры, хоть и делал ее очень криво и некрасиво. Но вот чем я остался доволен, так это тем, что я наконец-то освоил молекулу 3 и 4, и делал их на достойном уровне. 2016 был очередным челленджем, и уровень мотивации подрос в разы. Я взялся сразу за несколько флоришей, такие как Сибилизм, Приквел, Веер давлением и еще много других сложных флоришей. Успешно освоив их за несколько месяцев, я взялся за Джуда Флип, YTBN Cut, Криптонит, Дропзона и многие другие. И на этом закончился 2016 год. И примерно тогда я создал канал CarsDealer и начал делать обучение. В 2017 году в моем арсенале уже было больше 50 флоришей, но я хотел большего. Следующими на очереди стали одноручное фаро, кикфлип, кенда от Энтони Шанут, Сибил Фолс и вторая фаза Пандоры. Ну и как вы уже могли догадаться, попутно я учил еще с десяток других флоришей. Наращивая навыки и плавность, весь 2017 год, как и прошлые годы, я провел с картами и практически не выпускал их из рук, делая одни и те же флориши сотни и тысячи раз, снова и снова. При этом, само собой, я отрабатывал фокусы и шулерские техники. 2018 год стал для меня последним, и я перестал тренироваться, так как овладел всеми сложнейшими техниками и флоришами, которыми я хотел. Я мог крутить эти флориши в темноте или даже завязанными глазами, без каких-либо усилий. И примерно тогда можно было сказать, что я осуществил свою мечту и могу сделать все флориши один в один, которые делал Дэн Бак в той сцене, которую я увидел в 2013 году. Начиная с 2018 года я начал просто крутить карты в свое удовольствие, так как ощущения стопок, которые танцуют между твоими пальцами, были просто непередаваемыми. Конечно, после этого были новые флориши, которые я учил, но это было скорее забавы ради. Одним из таких флоришей была лава, которую у меня так долго просили подписчики. Сейчас CarsDealer для меня это просто интересное занятие, от которого я и мои пальцы получают удовольствие. И я не знаю, смогу ли я когда-либо остановиться.
Смысл видео был в том, чтобы вы шли к своей мечте и никогда не сдавались, так как для кого-то этот путь только начинается, и в новом году вас ждет много трудностей с колодой карт. Все флориши, которые я выучил и которые вы увидели в этом видео, есть у меня на канале, и введя их в поиск, вы сможете обучиться любому из них. Я поздравляю вас с Новым годом и желаю новых достижений в мире магии и кардистри. С вами был я, и увидимся в следующем году.